быть настоящим фокусником и волшебником, да? Тебя как зовут, красавчик? Савелий, нужно поклониться, давай быстро. Неправильно ты кланяешься. А, ногу я там. Так вот надо. Так вот, аплодисменты где, Савелий? Аплодисменты, Божечка. Ну, что он рассказывает? Смотри, у Гроша есть два таких замечательных синих платочка. Сейчас он положит тебе их в карман, а потом мы зайдем в замечательный бутик Гроша, и Гроша тебе там покажем и расскажем, что дальше делать. Хорошо? Только ты не волнуйся, он первый раз просто фокусник, волнуется, такая публика, тут много людей. Грош, вот зайцы говорят глупые, вот точно глупые. Это не карманчик совсем, это